История очень простая. Я думаю, что вам знакомая. Тань, с тобой мы, по-моему, в эту игру еще не играли ни разу. Нет. Смотри, у нас есть линия старта. Пожалуйста, так. За нее не заходить ни в коем случае. На полу стоят стаканчики. В вазе у тебя шарики. Твоя задача, чтобы как можно больше шариков розового цвета оказалось в стаканчиках других цветов. Очень маленькие стаканчики, Кирилл. Я с тобой абсолютно согласен, но тебе все-таки не 3 годика. Я думаю, что ты справишься с этим. Так, по очереди кидаем. У нас будет ровно по 12 шариков. Угу. Задача понятна? Давай еще сделаем так. Если попал фиолетовый стаканчик, у тебя будет 2 балла. Если в зеленый, то 1. Хорошо, договорились. Ну, хотя бы нам просто попасть. Это я вот просто говорю. Ты готова? Но мы же не одновременно кидаем. Ну, вот давай решим с тобой. Одновременно точно не получится. Давай по очереди. Давай по очереди. Начинай, продемонстрируй. Мастер-класс. Я не знаю, я не... Ну, пробуй. 1, 2, 3, оп, перелет. Эх, так. Не получилось. А, кстати, я забыл сказать, чтобы зрители все-таки писали в комментариях, как они думают, кто сможет победить. Ой-ой-ой-ой, как близко. Было близко. Подожди, а почему ты напрямую кидаешь? Надо обязательно, чтобы шарик стукнулся. А, этого не было условия? Ты не сказал. Ну ладно, хорошо. Допустим. Во-первых, смотри, мы мусорим в нашей студии. Ты бросай, бросай. Ну вот смотри, достаточно близко. Но ты уже поняла, да, что да, нужно рассчитывать силу. Ах ты, боже ж ты. Как же близко. Так, Тань. Не вышло. А мы еще тут баллы нам выставляли. Нам бы хотя бы вот так вот попасть, знаешь? Ну давай, хотя бы как. Хотя бы так. Но даже так, мне кажется, шансов у тебя гораздо меньше. Бам! Да что ж такое-то? Вроде бы уже все рассчитано. Смотри, техника называется парашют. Ну, кстати, было близко. Вообще мимо. Как-то ты прям перед ними бросаешь. Да что ж такое-то? Yes! 2 балла так. Мои. Какие 2 балла? Ты сказал, у меня 2 балла, если я в фиолетовый попаду. Я набрал. Давай. Вообще мимо, вообще мимо. Эх. Так, представляешь, студии настолько не нравятся шарики. Ну, давай, конечно, сейчас будем все ронять. Да что ж такое-то? Это подожди, это же... Эх, это было близко. Безумно неприятно, когда ты проигрываешь. Это моя рубрика. Так не должно быть. Так. А у меня все, я все, да, вот. Давай. Держи. Это не честно уже. Все, честно, честно. Да мне тоже студия подкинула. Представляешь, волшебство магии. 1, 2. Волнительно. И оп. Ну, я считаю, что я выиграла. Ну, ты можешь считать, как хочешь. А зрители напишут в комментариях. Вот здесь вот мой шарик, видишь? Считают. Вот, вот, вот. Единственный. Ну, я сейчас не смотрел. Заброшенный шарик. Я сейчас не смотрел. Возможно, ты шла и просто бросила этот шарик в стаканчик. У нас есть видеоповтор, если ладно, что. Давай мы не будем сейчас углубляться в эти какие-то ненужные подробности. Друзья, это была рубрика «Кто кого?». Спасибо большое за то, что смотрите. Играйте в игры и поднимайте себе настроение.